Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clock or quirch. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be? Inside the mirror, do you see someone else in the body? И всем-всем привет, народ! Большое спасибо, что подключились, и вы вновь на канале Starlight. И мы продолжаем играть в Library of Ruin, библиотеку руин. Предыдущая серия у нас была супер горячей. Каждый раз, когда я говорю, что предыдущая серия была жаркой, игра такая, это вызов? Ну, вы помните, я надеюсь, Сяо, и то, как она научила нас правильно готовить, это было просто супер страшно. А, странно, что здесь не показывают ее истинную форму, но тем не менее, это было прям супер страшно. Люди говорили, что мне просто повезло с какими-то механиками. Я на самом деле понял, что это так, когда выфармливал все остальное, но на самом деле всего за пару-тройку траев научился проходить это одним этажом, так что... И да, я знаю, что сегодня, во-первых, да, мы вошли в последнюю главу «Городские нечистоты», где все должно решиться, наконец-то. И для первого приглашения здесь нужны самые жесткие картонки конца звезды. Мне говорили ребята, что... Я не знаю, типа, время самых жестких приглашений прошло, или что-то вроде того, или как минимум вот это приглашение будет, ну, чувствительно проще, да, чем конец звезды, и можно будет использовать не имбоэтажи, не гибуру, плюс... Много кто говорил, что там будет два эпизода, но эти два эпизода желательно в одну серию закинуть. Не знаю, разделить там на две части. Первая там выйдет во вторник, вторая в четверг. Потому что якобы вторая часть, второй эпизод, он чересчур короткий. Якобы. Якобы. И дополнительного контента у нас сильно нет, чтобы это дело куда-то запихивать. Ну, я не знаю, посмотрим. Потому что все равно монтажить я буду потом. Ну и посмотрим, как я решу потом. Кроме того, мы разблокировали, я так понимаю, последнее усиление пассивок на всех этажах. И теперь не 10 слотов под пассивки везде, а 12 слотов, что позволило мне сильно, ну, не изменить, конечно, этажи, но пассивки кое-где сменить. И даже кое-где картонки. То бишь, этажи у нас на самом деле сменились, да. Сяо, разумеется, вот сюда пошла. На Малхут, на этаж огня. И это просто разрыв кабины. То есть, Сяо, Лоуэлл, Мирис... Ну, тут были страницы плачущих детей и Чуна. Но страницы Мириса будут получше. Ну и тут страница Яя. То есть, этаж Малхут на самом деле разрывной. Ну и другие этажи тоже. Если вам интересно, куда пошла страница Яна,
то я ее отправил, как и обещал, на этаж Хукмен. Но, во-первых, сначала у нас здесь кастомный скин у Лейна получился от Тесса, по-моему, если я правильно помню. Так что, ну, то есть он его вроде сделал вообще самостоятельно, нарисовал полностью самостоятельно. Так что, ну, вот, порадуемся, да, за человека. Я несколько серий забывал это дело ввести сюда, так что вот теперь. Я, понятное дело, каждое мелкое улучшение показывать не буду, потому что какой в этом смысл. Но вы только посмотрите на то, во что превратился Хокма. Раньше он был таким, типа, пастором вероаинизма, а теперь я превратил его в натурального Харона, блин, который реально хоронит всех, кто не поклоняется Айну. Я проверял, это просто разрывная штука. Мне говорили, с World of Volition не юзать, потому что он такой себе. Но я поюзал, ну, вроде как неплохо. Особенно учитывая то, что весь свет восстанавливает это дело. Так что, если, допустим, у нас света нету, я просто беру, юзаю эту штуку и резаю весь свет к следующему ходу. Это, на самом деле, очень полезная штука. То есть, вот, действительно. Ну и все остальное, Distorted Blade вообще шарашит сумасшедше. Можно, допустим, Distorted Blade и потом жахнуть с World of Volition по дешевке и отрегенить весь свет. Я не знаю, народ меня прям предостерегал от юза этой штуки, но, по-моему, очень неплохо, но Хокма это просто разрыв. Этаж имбы. Как минимум, по версии модного приговора, это этаж имбы. Вот. А так у нас, смотрите, все аномалии закрыты. Ну, по крайней мере, на данный момент. Вот тут вот что-то же еще нужно повысить на вот этих вот этажах, да? Все остальное у нас реализовано. Чтобы реализовать кеттер, я хз, что нужно сделать, чтобы повысить вот эти вот два этажа. Я тоже хз, что нужно сделать. Возможно, как раз таки пройти сегодняшнее приглашение, потому что уже довольно поздний этап игры, и было бы неплохо разблокировать реализацию Ацелут этажей. Вот. Но перед тем, как мы начнем, позвольте мне сделать еще одну небольшую вставочку. Последнюю, касающуюся батл-символов звезды. Там их 10 штук, так что я думаю, долго не задержимся, ну а потом начнем. Окей, народ, думаю, настало время посмотреть последнюю, наконец-то, часть боевых символов звезды. Их тут будет, если я правильно все рассчитал, 10 штук. Если я чего-то забуду, то, ну, наверное, если вам это интересно, вы мне напишите. Так что без долгих предисловий давайте начинать. И изначально два боевых символа, которые можно получить с Йори фиолетовой слезы. По-моему, два. Хотя я уже не уверен, у меня тут вроде записано, сейчас посмотрим. Первый батл символ с Юри, так и называется, фиолетовая слеза. Это, насколько я понимаю, серьги Юри. И чтобы их получить, нужно в ходе одного акта любого приема звезды попробовать каждую стойку фиолетовой слезы, то бишь переменять их. Я это на самом деле не показывал, как работает. Так-то это очень полезная штука, да, 4 колоды и все такое прочее. И у нас будет 5% шанс забустать любую атаку и любую стагер-атаку на 2 аж. Но только если у нас страница фиолетовой слезы, то бишь, как обычно, довольно ограниченная штука. И второй момент отсюда, это манипулятор вероятностями. Этот ободок Йори, да, по факту для волос, нужно активировать одноименную пассивку, манипулятор вероятностями 5 раз на ее странице. Я уж, честно говоря, не помню, что она делает, да, и чего нужно для этого провернуть, но тем не менее. У нас будет 5% шанс забустить любую атаку аж на 4, когда эта пассивка срабатывает. Это на самом деле довольно любопытно, но опять же низкие шансы ничего особо-то и не дают. Едем дальше и встречаем единственный батл-символ с Яна Дисторкнутого. На самом деле еще нет. Так и называется. Посланник этого города. Это вот штука на щеке Яна. Это типа рация или что-то вроде того. Что-то подобное было в офисе мушки, да, у
Стефана, вроде бы, если я правильно помню. В общем, в ходе одного акта любого приема звезды нужно использовать особую фишку прескрипт 4 раза. Я это на самом деле не показывал, но в этой серии вы увидите. Страница Яна, можно каждый ход выдавать прескрипты, бафая своих союзников. Это на самом деле очень полезная штука. В общем, выбирая страницу красную, аномальную, у нас 5% шанс запустить урон на единицу и стагер на 2 нашими атаками. Тут не написано на сколько, но скорее всего навсегда до конца боя или только на этот ход, кто бы его знал. Ну и больше всего, понятное дело, Сяо, Железного Лотоса. Батл символов, просто их сумасшедшее какое-то количество, так что давайте смотреть. Во-первых, это совет от всего сердца. Это очки Мириса. Ну да, Мирис немножко свою украл славу. Нужно победить с помощью персонажа в странице Мириса, Сяо полностью свое эго манифестировавшее. То бишь, во время второй фазы приема Сяо, когда она начинает на стене под песню Мили танцевать. Да, точнее, мы начинаем танцевать на этой сковородке расплавленной. Нужно Мириса мое уничтожить, забавная штука. И если у нас на цели 20 бёрна, то 4% шанс запустить Бландайс на единицу. Ах, как здорово, но как бы пускай и будет. Едем дальше и встречаем Fluttering Heart, трепещущее сердце. Это румянец, да, от смущения на щечках. И в общем, нужно завершить любой прием уровня звезды с двумя библиотекарями, которые будут, соответственно, наряжены в костюмы Сяо и Лоула. И находясь вместе, они почувствуют, видать, страсть или что-то вроде того, и оба получат вот эти вот щечки прекрасные. И мы получим 6% шанс забустать стагер на 3, если в бою у нас присутствуют персонажи в костюмах Лоула и Сяо. Это на самом деле очень забавная штука, надо как-нибудь попробовать ее выбить. Едем дальше и встречаем A Potential Color, то есть потенциальный цвет. И может быть не совсем это связано с Сяо, скорее всего вообще даже не с нее. Это небольшой шрам на щеке, не знаю, тут как бы не написано. В общем, нужно в ходе одного акта любого приема звезды настакать 30 бюрна на цели, то бишь как бы по бюрну я определил, что скорее всего это Сяо. И если на персонаже 15 бюрна или выше, 4% шанс на единицу урона больше внести по нему, то бишь в принципе полезная штука. Дальше очень интересная вещь, так и называется Железный Лотус. Это чешуйки на нижней части лица у библиотекаря, как у Сяо в ее, ну, полностью манифестированной форме. Нужно закончить прием Сяо, а после провокации ее обратных чешуек хотя бы один раз. Да, мне говорили, что я лютый лакирок, пройди Сяо с первого раза. И когда я ее фармил, пытался после этого, это было довольно жестко, не буду врать. И в общем, атакуя цель с 20 бёрна или больше, 4% шанс запустить пирс дайс на единицу. Тоже неплохая штука, действительно. Едем дальше и встречаем эмоции, запитанные воспоминаниями. Это вот этот вот рог, ну рога, которые из полуискаженной Сяо росли. Нужно настакать на себя 20 стаков горения во время приема Сяо. То бишь, она нас прожарить должна до самых костей. Ну и тогда мы получим такие же рожки, как и у нее. И атакуя цель с 20 бёрна или выше, 4% шанс запустить слэш дайсы на единицу. То бишь, на все типы дайсов на горение есть штуки. Это довольно любопытная вещь. Едем дальше и встречаем очень интересную штуку. Идеально выдержанный возраст. Это мешки под глазами, которые не связаны с Сяо, они связаны с солдами, которых мы видели в звезде. Нужно победить одним и тем же персонажем. Кало из Большого Пальца, Николай из Аркорб и Йори, то бишь
все три должны быть побеждены. Я не знаю, добиты или нет, но так или иначе, то бишь мы все холдов должны повидать в звезде и получим эти мешки под глазами. А, в общем, начиная с 11 сцены боя, у нас целый 7% шанс запустить любой дайс на единицу. То бишь затянем надолго, да, вот этот возраст идеальный, и все будет зашибись. Это на самом деле очень полезная штука, ну, по дайсам и по действию. Так что, возможно, стоит замучить до смерти почти что наших ребят, чтобы это дело получить, почему бы и нет. Ну и, наконец, последняя штука. Я немножко обманул вас, говоря, что мы вот прямо с конца звезды берем моменты, потому что это Pinpoint Breakthrough, то бишь, что это? Идеальный удар, прям самое яблочко. Это Борода Боярда. Я забыл это дело показать, так что вот переехало это все сюда. В общем, в ходе любого акта, любого приема уровня звезды, нужно потратить весь наш стагер, вообще весь, фулл, на боевую страницу, вот эту Pinpoint Breakthrough, которая тратит весь наш стагер и сносит, по-моему, столько же стагера цели, я уже не помню. Нужно это сделать. И у нас будет 6% шанс запустить любую атаку на 2, если персонаж в предыдущую сцену был иммобилизирован. Это на самом деле очень занятная штука, надо будет попробовать. Хотя Pinpoint я так сильно и не юзаю. Ну и вот, наконец-то все наши приколдесы и звезды подошли к концу. Будут еще на самом деле боевые символы, посвященные городским нечистотам в последней главе. Но, честно говоря, я не знаю, когда это будет. Надо будет их сосчитать примерно. Хотя, я, наверное, не буду смотреть пока что, а то мало ли какие спойлеры, да? Так что, чисто технически, наверное, имеет смысл все это сделать в последней серии или что-то вроде того. Но, в общем, мое решение вы увидите, собственно говоря, как я и решу. А пока что вам приятного просмотра. Ну ладно, ребята, окей, поехали. Почему-то Бина такая коротышка по сравнению с другими чуваками, что у нее с текстуркой стало. Почему она такая маленькая? Реально, почему она такая маленькая? Гибура короты... О, Гибура, говорю, Бина. Бина коротышка? Да не верю. Нет, не верю, ё-моё. Ладно, кто бы у нас ни был сегодня здесь, это будет какая-то жесть, потому что это что-то по уровню даже выше... цветов, каких-то там мощных искажений, эго, сильных секций и всего такого, но опять-таки не понимаю, как это может быть проще. Вообще не знаю, но между тем давайте посмотрим. Два акта у нас тут будет, и страничек есть на несколько попыток у меня, так что если вдруг чего... можно будет попытать удачу заново. Все мне говорили, давай Хиседа, но... Я хочу почекать, как сюда Хокма залетит, так что... Не знаю, мне очень интересно, кто у нас сегодня будет, так что давайте без долгих предисловий, поехали. Вау, мои глаза! Что это? Это Хана! Ассоциация Хана! Офигеть, мои глаза, я записываю еще вечером в темной комнате, и директор третьей секции Ханы Мирина. Офигеть, они просто в белых костюмах, как будто, знаешь, какие-то райская служба, блин. Для тех, кто не помнит, Хана — это высшая ассоциация. Блин, я на самом деле отчасти не удивлен, что мы их видим тут. Они находятся... Это Южный Бранч. Но тут нифига не видно. Блин, третья секция, вы прикиньте. То есть не первая секция никакая, хотя с Алью у нас была вторая первая секция, то есть самые жесткие. Тут третья секция Ханы, конференц-зал, и они чего-то обсуждают. Блин. Какая стилистика, вот серьезно, как муны для каждой стороны участника конфликта придумывают такую уникальную стилистику, что просто вау. Что просто вау. Они, знаешь, чем-то, у них какие-то шесты, блин, они чем-то напоминают мне безмолвный оркестр теперь. Вот серьезно. Но...
Блин, Хана — это высшая ассоциация, которая ведает всеми другими ассоциациями, кучей офисов и на самом деле кучей коррекций. На самом деле она регистрирует все. Неважно, соло ты фиксер или частная контора, они все делают. То есть это реально среди, ну, типа, глава ассоциации, типа. Как глава — это глава между корпорацией и всего города. Вот эти чуваки — это глава ассоциации офисов, корректировщиков и всего такого. Но опять, это не высшая секция. Боятся нам или нет? Ладно. Я надеюсь, вы уже прочитали отчет заранее. Все это касается нас, скорее всего. Это ведь они как раз-таки придают... ну, вот эти вот уровни силы, да, всему, что в городе происходит, и в том числе и нам. То есть они меняли наши звания, там, звезда города, там, кошмар, чума, и теперь мы нечистота. Типа, окей, это и еще раз говорю, это и удивительно, и на самом деле ожидаемо, что рано или поздно мы с ними столкнулись бы. Окей. 도서관은 이제부터 하나가 일괄적으로 도맡아 정식으로 처리할 거야. С настоящего момента ассоциация Хана, она и только она, полностью берет в свои руки все дела, касающиеся библиотеки. Ну прикиньте, вот реально на нас третью секцию накидывают. На самом деле Лью были хороши в боях, потому что это боевая ассоциация. А эти — это типа такие всемогущие чиновники, блин. Или кто? Кто вы такие? Кто вы? 도서관이 도시의 별이 되고 심지어 하나에서 처리할 날이 오다니. Что? Гарольд? Только подумать насчет того, что библиотека стала звездой этого города и стала целью Ханы. Так мы же не чистота. Подожди, это парень? Ну, типа, имя мужское. Типа, телосложение вроде тоже мужское. А голос какой-то, я не уверен. Вот серьезно. 도서관이 도시의 별이 되고 심지어 하나에서 처리할 날이 오다니. Да это женский голос, камон. Я слышу, что женщина озвучивает. Что? 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 Потом окажется, что Гарольд — это какой-нибудь полупокер, и я буду страдать. Что? Ладно, окей, забыли. Ваши предположения были верными, директор Мирина. Мирина, буду я ее называть. Что рано или поздно все дороги приведут к Хану? Или что? Да, Гарольд, в нашем деле долго не проживешь, если, ну, не будешь таким дальновидным. Вот что, ага, то есть она маленько ЧСВ, окей. У тебя, наверное, Оливьер, мысли сейчас, ну типа, сердце сейчас не на месте или что-то вроде того, да? Мысли спутаны. Оливьер — это вот этот вот чувак? Подожди, я что-то слышал знакомое. Слушай, что-то знакомое имя какое-то, не? Блин, я что-то слышал, по-моему. Я сейчас усиленно пытаюсь вспомнить, это имя что-то говорит мне, но я не помню что. Ха. Кто бы мог подумать, что мой старый друг будет найден в библиотеке после пропажи? А, я вспомнил! Это в воспоминаниях Роланда говорилось, типа... Что-то насчет Оливьера. Да. Помните, Роланд, когда его вызвали, типа, на работу, на которую он ушел, а потом случился пианист, и его жена погибла. Это Анжелика, да, его жена спрашивала, кто это тебе звонил. И он такой: Оливьер! Оливьер звонил! Так,
Подожди, это что ж такое? Это ж... Вау, так это важно? Это же на твою работу не повлияет, верно? Вот это вот все осознание или что? 그건 그거고, 이건 이거지. А, я понял. That is that. Слушай, подожди, Роланд разве не говорит this is this, that is that? Подожди, он говорит то же самое, только наоборот. Хватит эти фразы говорить. Вот такое чувство, будто бы от Оливьера как раз-таки эту фразу он и подцепил. Хотя он и раньше говорил this is how, this is now, типа... Ненавижу вот это вот я уже. Окей. It's all coming together, как говорится. Теперь все сходится. То есть, ну, эта фраза мне объяснили, имеется в виду... This is it, that is it, это отделение... это мне не касается, типа, да? Это мое, это одно, это совсем другое. И это имеется в виду, что, типа, работа работой... Личные связи личными связями, типа, это разное. Вот что имеется в виду, теперь я понимаю. Он так постоянно говорил, по крайней мере, да? Слушай, это будет круто. Значит ли это, что у Роланда будут уникальные фразы? С вот этими вот ребятами. Хорошо, у нас всего лишь одна задача. Максимально расследовать взаимоотношения между феноменом искажения и библиотекой. В этом процессе доступны любые столкновения и конфликты. То бишь любой ценой изучить. То бишь на самом деле это была работа буквально всех, кого посылали сюда. Наверное, и посылали всех сюда по указке Ханы. То бишь это Хана хотела определить изначально. А теперь, когда все пали, они такие, окей, я сделаю это сам, да? И теперь делают это самостоятельно, типа, да? Библиотека — это звезда города, которая сияет над нами. То бишь, это довольно опасная штука, да? Да, все еще полным-полно белых пятен в этой самой библиотеке и ее связях с вот этим вот всем. Если кто-то и способен определить, да, эти белые пятна закрасить, то это мы. Хм, забавно, что они сами, ну, белые пятна по факту. Библиотека продолжает расти по уровню силы, поглощая все на своем пути, все, что входит в нее. Да, это, наверное, имеется в виду, что если так и продолжится, то она как раковая опухоль может и город поглотить. Хотя глава, наверное, сидит и думает, да ну... Ага. Да, блин! Да игра, ну хватит! Поглощение такое яростное, что со временем город может поглотить библиотека. Вот почему нам нужно как можно скорее все насчет нее разузнать. Опять я вангую. Окей. Только я сомневаюсь, что библиотека может поглотить город, хотя, как пойдет. Для начала давайте восстановим последовательность событий, да? То бишь, какие у нас знания на данный момент? Ага. Похоже, что Южное отделение Ассоциации Лью... Все еще пытается оправиться от шока, потери самых могучих корректировщиков в библиотеке. Так что, в общем, сбори от них много, многого мы не дождемся. Они типа такие мстители, общий сбор объявили или что? Ага. Так значит, я полагаю, что Южное отделение Лью теперь будет невероятно пассивно и будет пытаться избежать любых стычек с большим пальцем и уничтожения большим пальцем, то бишь, может быть, им подмогу послать, нет? Ребята, или это их дело, типа? Да нет, большой палец тоже страдает от той же проблемы. Они потеряли своего малого босса, который был в гнезде Элькорп, а также кучу компетентных капо, да, глав.
Так что тоже, скорее всего, из противостояния их вычеркнуть стоит. Ну, из вот этого вот всего. Сейчас они скажут, а что насчет индекса? И скажут, да индекс тоже поглотили. И прокси поглотили. Это же страшно на самом-то деле. Мы просто уничтожили всех, как паровым катком. Переехали. Что означает, что единственная могучая угроза, оставшаяся в гнезде Элькорп, это... Аргалия получается, да? Аргалия с его людьми. Они же рано или поздно стопудов к нам придут. Ну, как бы это их основная цель. Они для этого и объединились в ансамбль. И я думаю, это вопрос времени, когда они придут к нам. И начнется какая-нибудь финальная анимешная битва против имбы. Да, это они. И когда библиотека полностью из тумана выйдет, который окружает гнездо Элькорп, то тогда да, они сделают свой шаг. Да. Лазурное эхо, точнее даже нет, ансамбль реверберации, лагерь разбил вокруг библиотеки и никому не дает пройти к ней. То бишь они как бы право свое на библиотеку заявляют. И вы, наверное, хотите опередить их, ну, попытаться, да, до того, как все это решится. Потому что никому не выгодно, чтобы Аргалия, который, ну, никому не подчиняется, по факту, ну, залез туда. Ну, по факту. Забавно, что глава своих людей не послал. Типа, почему? Почему? Или, типа, еще мы недостаточно жесткие для того, чтобы глава сам пришел. Но он же должен как-то отреагировать, правда? Да. И они собрали вокруг себя, как бы это сказать... Ну, прикиньте, слово вылетело из головы. Очень беспокоящее количество искажений вокруг себя. Так что, кто знает, что вообще они планируют сделать? Да. Да, лазурное эхо. Судя по его последним действиям, его больше нельзя считать корректировщиком. Он возглавляет опасный синдикат. Как минимум угрозы звезды города. То бишь, они примерно наравне... с нами по силой, по факту, учитывая какие там имбы в его ансамбле, это будет... Слушай, наша битва будет легендарной, судя по всему, но сначала вот эти ребята. Да, после потери своей сестры он окончательно обезумел. Не то чтобы я должна... что? Не то чтобы мне нужно принимать во внимание то, как он себя чувствует. Пианист в свое время оставил незаживающий шрам на... А, не то чтобы я не могла понять то, что он чувствует. Все-таки пианист оставил незаживающий шрам на теле города в тот день. Вот что имеется в виду. То бишь, я его отчасти понимаю. Но все-таки город живет по определенным правилам. Красо. Так как нам распределить силу тогда? То бишь, как нам людей поставить? Пока что наша третья секция только работает с библиотекой, и все. Подожди, а будет вторая секция, первая? Цель заполучить так много книжек, как только возможно, из библиотеки. И выгнать искажений из гнезда. Да, как бы план идеальный. Должен работать как швейцарские часы. И знаете, я на самом деле очень рад, что вот такая вот сюжетка без дичи. Максимально адекватная и понятная. Мне этого дела не хватало. Так что спасибо вам, ребята, за это. Ага. Я бы хотела отправить официальный запрос всем офисам первого класса на убийство лазурного эха, то бишь там говорили, что вот так вот продолжишь, на тебя объявят охоту. Все, объявили. Что-то долго тянули на самом деле. Слушай, события принимают скверный оборот для всех крупных участников конфликта, а? 1권은 2권은 별다른 소식이 없나?
А разве у... А, типа, у первой и второй секции другие дела, я полагаю? Типа, почему не они с нами работают сейчас? Почему только мы? Только вдумайтесь, мы не заслуживаем внимания первой и второй секции Ханы. Вдумайтесь, насколько это жесткая ассоциация, учитывая то, что вон там вторая по силе ассоциация Лью потеряла сильнейших членов в библиотеке. И даже это, ну, типа, нормально, окей. Вы говорили, что первая секция как раз-таки разбирается с лазурным эхо, а вторая секция за восьми шифами, за восьмью шифами гоняется. Блин, мы это, по-моему, еще у Пьер слышали, что восемь шефов — это синдикат поваров, которые ищут уникальные какие-то вкусы. А разве Гретта не из восьми шефов? То есть, ну, которые Акуля из ансамбля или что? Так и есть, но тем не менее... Я получила новости, что первая секция уничтожена была! Погони за лазурным эхо, нифига! Они... Что? Они даже... Вермиллион Кросс, это что? Блин, прикиньте, вылетело из головы. Отправили... Блин, прикиньте, вылетело, я напишу. Цвета, чтобы они присоединились к этой операции. Подожди, кто? Лазурное эхо или первая секция Ханы призвала этого цвета? Это, блин, крест... Блин, я не помню, прикиньте, вылетело из головы. Быть того не может. Все мертвы, что ли, или что? Офигеть, что происходит, твою мать! Ха. Какова же сила лазурного эха? Прикиньте, первую секцию Ханы расфигачил. А нам накидывают третью секцию Ханы. Вы просто вдумайтесь. И это все равно будет, ну, довольно жестко для нас. А что касается второй секции, они прислали отчет, что 8 шефов уже распустили себя. А, окей, может быть, как раз таки Аргали их присоединил к себе или чего-то вроде того. На самом деле, 7 шефов были найдены прямо на месте. Они готовили. Готовили? А... Where found cooked? Они были приготовлены на месте. То есть кто-то приготовил их. Да Гретта, небось, единственный оставшийся выживший член восьми шефов. Они друг друга съели как каннибалы и все. Точнее, Гретта, скорее всего, как альфа-хищник просто. Боже, что происходит, твою мать? Да, шефы все были изрублены. Узнать их было практически невозможно. Офигеть. А что насчет последнего шефа? Пропал. Но мы-то знаем, где он, да? Капец. Капец, как страшно. Может быть, он предал своих соратников и приготовил их? Да так и было, скорее всего. Да не может быть такого. В любом случае, что бы там ни делали 8 шефов, их любимый тип блюд — это полноценные блюда, а не буфет вот такой вот непонятный, да? То бишь, кто бы это ни сделал, это не похоже на почерк шефов вообще. Так может быть, реально там Аргалия, кукловод что-нибудь сделал? Может быть, они там повеселились над остальными 8 шефами? Я не знаю, семью получается, да? Судя по всем уликам, подтверждено в... Как это сказать? Вмешательство третьей стороны. И руководство ассоциации готовится сделать официальное... ну, официальное оповещение, что эта звезда пала. То бишь, все, 8 шефов не существует. Окей. Тут главный вопрос, кто тогда стоит за уничтожением 8 шефов?
Окей, да мы-то знаем уже. Сольма. Может быть это... Быть может это... Ага. Да, да, да. По предположению второго эха, это скорее всего ансамбль реверберации. Вот все ниточки сходятся. Понимаете, все ниточки на Аргалию его людей сходятся уже. То есть, да, по всему сюжету были его люди и Аргалия, но теперь все сошлось воедино. Это жутко. Да, скорее всего, лазурное эхо что-то, ну, какие-то схемы, да, планирует за спиной, за спинами у ассоциации. Вау. Блин, как это круто выглядит. Все-таки. Да. В южном районе города в последнее время проходит, произошло просто невероятное количество аномальных событий, да, за последнее время. Это жестко, они реально как лаборанты какие-то, типа того. Мерина вот это вот. Интересно, на что ее имя отсылка? Должно же быть на что-то. В прошлом были события и хуже, но чистота и... Ну, связь, да, этой ситуации беспрецедентная. То бишь, слишком много событий и слишком много жестких событий. Не таких жестких, как в прошлом, допустим, да. Но тогда они были довольно редки, сейчас менее жесткие, но почаще. Да. Каждая ассоциация в состоянии, да, чрезвычайной ситуации, включая нашу. Это жестко. Следуя по информации, добытой ассоциацией Seven, южные вот эти вот секции ассоциации Трес и ассоциации Кинг тоже потерпели большой урон. Да? Потеряли кучу важных членов от искажений. Трес, по-моему, я вот не помню, какая-то из них за торговлю отвечает, какая-то за мастерские. Что-то вот такое. Я слышал. Вау, какой он пафосный. Кроме того, кроваво-красная ночь и Лурье де Люб, скорее... А, ну типа, скорее всего, это вот они ответственны за все это. Кроваво-красная ночь — это Елена, а Лурье де Люб — это Таня. Это все люди Аргалии. Да. Оба из которых также значительно выросли, обе, получается, выросли по уровню угрозы. Уже не говоря насчет кукловода. Ага. Кроме того, теперь вчерашнее обещание способно к такой телепортации, что сингулярность W-Core, блин, сингулярность W-Core бы от стыда бы сгорела. Это Плута. Что происходит, блин? Городу такое чувство, будто бы Аргалия еще больше не выгоден, чем мы. Ну, или примерно на одном уровне. Ага. Да, и Мерина такая говорит. В личном пользовании человека не должно быть такой силы. Вот, наверное, что такое нечистота города. Что вот реально никому не выгодно. Даже пытаться какие-то тайны выдавить из такой угрозы, просто нужно раздавить, как жуков попытаться, чтобы баланс сил в городе не нарушился. Ага. Искажения отрицали то, на чем стоял этот город до сих пор. Они меняют атмосферу этого города. Ага. И что, глава ничего не собирается сделать насчет этого, да? Это хороший вопрос. Они, ну да, глава это корпорация ABC, в последнее время до жути тихи даже. Настолько, или наоборот, главы отделов, главы ассоциаций намеренно скрывают информацию о последних действиях главы. Интересно. Может быть, это все специально, чтобы лишняя информация не выплеснулась наружу. Либо действительно глава просто выжидает. Мирина, будем. Кроме Мирины, директор Мерина,
Может быть, нам все-таки не лезть в этот случай тогда с библиотекой? Исходя из после вот этой вот ситуации сложившейся, может быть, не стоит тогда? Мало ли чего. Но если это реально тамбой какой-нибудь, это прям вау. Цвет волос прям невероятно хорош. Блин, я тут теряюсь, какие картиночки ставить на превью уже. Ага. Да нет, нам приказали же все-таки идти в библиотеку. А, нет, подожди, нам приказали по факту идти в библиотеку. Кто? Ха. И чтобы заново смочь контролировать эту ситуацию, нам нужна исчерпывающая информация насчет мощи библиотеки и ее намерений. Окей. Ага. Четвертая секция поможет нам оцепить гнездо Эль. Да? Так что мы не можем позволить, чтобы искажения, созданные ансамблем реверберации, покинули эту зону. А так подожди, то бишь ансамбль еще и искажения дополнительные создает, или что? Вау. Разве наших сил, как третьей секции, будет достаточно, чтобы позаботиться насчет библиотеки? Типа, вон там первая секция отхватила у Таргалии в людей, как детей их уничтожили. Ага. Если не справимся, в любом случае для нас будет все кончено. Все равно, а даже если мы не справимся, то, ну, типа, большего мы не сможем сделать. То бишь, мы сделаем все, что сможем, вот что. Ага. И если это случится с нами, да, то библиотека оставит свою метку на небе рядом с другими звездами, как одно из самых свободнейших созданий этого города. То бишь, вдумайтесь, технически свободу сильнейшие получают. Даже Руланд насчет Гибуры говорил, что ты можешь как-то посвободнее действовать из-за того, что ты абсолютная моща, по факту. А нечистоты городские невыгодны городу, потому что их нельзя контролировать. Или можно, но ограничено, по факту. Понимаете, да? Это так тупо, что свобода — это миф. То есть настоящий миф в этом городе. Если ты свободен, за тобой охотятся и пытаются уничтожить. А? Так что пусть все работают сверхурочно. Прикованные к рабочим столам. Помните, в этой самой песне «Дети этого города»? Типа, ты будешь прикован к этому, к столу, к рабочему. Твои мечты будут разрушены, и ты покоришься. Прям вот такое слово было. Ну, то есть, restrain to the desk. Прям вот такая вот фраза. Так что пусть все работают, пока мы не завершим этот случай. А остальные готовьтесь выдвигаться. Окей, сюжет максимально простой, но проясняющий многие события касательно того, что происходит. Угу. Директор, вот сейчас, когда собрание окончено, мы можем немножко поговорить? Окей. Ага, и они о чем-то говорят, и нам это не показывают. И Анжело зацепили последние слова. Стать одним из свободнейших созданий этого города. Это удивительно, да? Да, типа, да, похоже, что твоя цель практически достигнута. То есть это даже Хана признает. Это так. Я почти там. Из-за этого все чувствуется еще менее реальным. Я не верю в то, что это наконец-то происходит. Ага. Мы через столькое прошли. И теперь сама Хана приходит сюда. Хана от корейского единица, кстати, типа первая. Ты говорил, что Хана это крупнейший, ну, из ассоциации фиксеров, так? Ага. Да, как я и говорил, ассоциация Хана — это учреждение, которое дает позволение офисам
на существование. И ранжирует корректировщиков отдельных, то бишь это жесткие ребята, действительно. Сюжетка тут на самом деле довольно длинная, вот серьезно. То бишь уже, а хотя нет. Что-то в районе часа, плюс-минус. Ну, на самом деле меньше. Ага. Кроме того, они в реальном времени придают уровень угрозы инцидентам в городе. И дают всему городу об этом знать. Окей. И на самом деле довольно редко Хана сама берется за что-то своими руками, чтобы уничтожить, допустим, звезду города, как сейчас. То есть мы должны за честь это все дело принять. Ты довольно часто их увидишь, так как они будут посылать людей сюда так долго, пока мы звезда города, то бишь... Он так говорит, он так смотрит на нее, и так говорит с ней таким тоном, он даже не улыбается, типа, ну вот, довольно, чего ты добилась. С самого начала главы он так себя ведет. Типа, даже если уничтожим третью секцию, придет вторая, потом первая, потом еще кто-то придет, потом еще, и пока мы не умрем. Вот что. Это странно. Что именно? Да нет, ничего. У нас тут важные гости, так что давай подготовимся. Может быть, она насчет того, что... Ну, типа... Друг, да? Его рано или поздно сюда придет, или сейчас придет, или... Я не знаю, либо... Что у нее в голове вообще? Окей. А, они буквально втроем сюда пришли. Добро пожаловать, дорогие гости, здравствуйте. Что вот это такое? Это оружие какое-то? Что это такое? Это какой-то, может, световой меч, как в Звездных войнах? Что это? Это, очевидно, какой-то как меч. Это как глефа у нее. Это что, блин, она такая коротышка. Ага. Ты уже знаешь, библиотека, видимо, с любой точки гнезда Элькорп. Она ее даже не поприветствовала. Слушай, какая грубиянка. Но мы же не чистота для них, действительно, уже. Что вы имеете в виду? Ну, камон. Туман, защищающий библиотеку, почти полностью развеялся. Ага. Что означает, что очень скоро можно с помощью внешнего воздействия уничтожить будет библиотеку скоро. Просто атомную бомбу на нас скинут и все. Если у них такое оружие есть. Так что лучше бы вам план Б придумать поскорее. Блин, она с такой издевкой говорит с нами, Мирина. Вот реально, это, наверное, один из первых директоров и крупных шишек, которые не вызывают уважения. То есть она просто такая высокомерная сволочь. Типа. Так что давайте пожмем руки. Я Мирина, директор третьей секции ассоциации Хана, южного бранча, с улыбочкой такая, типа, почтите за честь. Это первый раз, когда я пожимаю руки с гостем. Она так удивленно, типа, вау, нифига себе. Рукопожатие. Вы стали звездой города, на самом деле, камон, очень давно. Мирина, очень давно. Так что вы будете видеть нашего брата довольно часто с этого момента. То есть, посмотрим, кто продержится дольше, а? Пожалуйста, не пойдите просто, пожалуйста, развлеките нас хотя бы чуть-чуть, ага. Окей, ребят, идите тоже и руки пожмите, как-то это натянуто, а? Я Харальд, корректировщик третьей секции ассоциации Хана Южного Бранча. Ну и Оливьер. Окей. Так вежливо, слушай. Но это натянутая вежливость, такая холодная вежливость. Не потому что мы друг друга уважаем, а потому что мы противники. Это как руки друг другу жмут перед партией в шахматы. Блин, они так похожи вот реально на шахматные фигуры с этими черно-белыми вот этой стилистикой. Они выглядят супер элитно, если вот так вот посмотреть. Такой минималистичный дизайн
но тем не менее. Вот реально, тупо безмолвный оркестр. Ну, надеюсь, буду рада приветствовать вас долгое время, вот что. Блин, вот реально. Оливье? Оливьер, можешь назад идти? Ты же уже увидел, как мы поприветствовали лицом к лицу главу библиотеки. Подожди, Оливьера не будет сегодня? Подожди, в смысле? Так ведь, типа, а так можно? Он же подписал... Он же тоже подписал эту самую фигню, чтобы сюда телепортнуться, не? А, так подожди, Анжела же позволяет теперь уйти, если они не хотят. Ну, вроде как. Люди из второй секции ожидают себя. Ага, это типа был шахматный мув. Узнать что-то о библиотеке и выйти отсюда. Короче. Окей. В смысле? В смысле, говорит, что за фигня происходит? В смысле, что вы распоряжаетесь моей библиотеке, а? Не нужно так близко к сердцу принимать. Я привела сюда Оливьера лишь только для того, чтобы поприветствовать тебя. А на кой? Иман, я сам выход найду, если что. Окей. И она такая, что происходит? Почему они так ведут себя со мной? Ну ладно, он, видать, будет во втором эпизоде. А ты что думала, мы сюда пришли так легкомысленно и не подготовившись или что? Ага. Не нужно беспокоиться. Мы не недооцениваем тебя, да, и твою библиотеку. Так что мы сюда без контрмер не пришли. Ага. С тех пор, как... А, так как вы уже звезда города, у нас тут куча корректировщиков в ассоциации Хана. И мы будем относиться к вам с уважением, да? Пока кто-то из нас не пойдет. Окей, это реально шахматы. Ага. Так что приготовьтесь, звезда города сегодня падет. А это уже, вот реально, такое чувство, будто бы это что-то среднее между Яном, Сяо и Йори. То есть она буквально фразы говорит этих людей. То есть, Restrain to DDS, вот это вот Яна, звезда города сегодня падет, как говорит Сяо. И вот это вот такая вот немного высокомерная настрой от Йори, что-то вроде того. Это так странно, если задуматься. Окей. Ладно, поняла. Быть может, вы найдете вашу книгу в этом месте, типа, я не верю в то, что ты говоришь. Окей, ладно, давай посмотрим, что, куда, зачем. Ага. Ну, понятно, два акта. В первой тупо толпа ноунеймов, у которых больше сотни хп. И дополнительный спиддайс, они все абсолютно одинаковые, окей. 4-3 граммы. Что? Получает 4 особые боевые страницы, которые дают бонусы пользователю в тот акт, когда они используются. Так как только одну из 4 триграмм можно использовать, типа в один ход, эту триграмму невозможно будет переиспользовать до того, как все 4 триграммы будут использованы. Типа 4 какие-то картонки у них, и по одной картонке они могут юзать вход, который перезарядится только когда все будут использованы. Это все? Что за триграммы? Что такое? Хотя на самом деле в конце звезды... такие фишки присутствуют, типа у Юри смена стоек идет через вот эту вот фигню, у Яна прескрипты есть, и, по-моему, у Сяо тоже какие-то приколы, я не помню, ну как картонки. А марш вперед, 3-6-2-5, восстанавливает один свет, тю, так себе. Ну, типа... Ну, блин, brace up. Ну, типа, будьте начеку, держим себя в руках. Или, типа... Ну, вы поняли, да? Сбрасывает рандомную страницу. Подбираем две страницы в начале следующей сцены. Блин, это что, на сброс? Сброс механики? Или что, ну тоже, слушай, картонка такая себе...
Божественная скорость. Это реально божественная канцелярия, камон. Получаем одну хасту в следующую сцену. Если скорость 7 или выше, все дайсы получают плюс одну силы. Ну, слушай, ну такое. Фигня же. Конфронтация. Всем союзникам в next сцену плюс один протекшн. И вторую атаку восстанавливаем 3 стаги резиста. Ну, обычная картонка. Окей. У них пассивок сильно нету, статы обычные. Ха. А, небесное копье. Реально божественные отсылки. Пошли. Дровает одну страницу 9-20 урона. И наносит 5 дополнительных урона цели. И контрдайс, ну такое. Ну типа невероятный удар. Восстанавливает единицу света. Ну неплохая вроде картонка. И... божественное, ну типа божественное отбрасывание или божественная отдача. 5 дайсов, это первая 5-дайсовая картонка со всеми типами дайсов на себе, ну кроме контрдайса. Слушай, вот это вот реально жесткая штука, но она стоит 5, так что ну ладно, окей, давай посмотрим. Я возьму блок му и посмотрим, блин, у них силы даже больше, чем у него. Ладно, сейчас я быстренько проверю, что все хорошо, и начнем. Давненько мы на Хоукме не играли, я, наверное, музыку его выложу примерно в районе этой серии тоже. Окей, я надеюсь, что он справится. Очень сильно на это надеюсь, но как пойдет. Супер подходит все это дело под их цветам. Я вижу знакомые униформы. Какое странное место, говорит, да? Вот значит, как они крадут силу у гостей, которые приходят сюда. Все так, как описано в отчетах. Это вообще на библиотеку не очень похоже. А, типа, окей. Ладно, окей, давайте попробуем. У них вроде под водой со всего лишь. Погнали. И у них скорость какая-то сумасшедшая, прям, да? Окей. Давайте пробовать. Справится Хоукма, интересно, вот такой вот штукой или не особо? Я прям не знаю, насколько мы себя хорошо покажем сейчас. И на их сила дополнительная висит такое. Блин, вот реально, как давно я этим этажом не играл. Прям как-то неловко даже. Блин, семерка скорости. Сейчас этот этаж не справится, это будет, конечно, неловко, действительно. Слушай, давай защиту вот сюда. Угу. Так. Тут семерка тоже. Руси можно, в принципе, закрыться. Так, и в нас входит... Блин. А, я не могу перекинуть, окей. Тогда вот так. Может быть, божественную скорость... Давайте божественную скорость лучше заблочим. Окей, 2 атаки в нас войдут от одного чувака. Да, вот прескрипты, кстати. Дают единицу силы, то бишь по одной картонке мы дропаем, дровываем вход и можем по одной картонке заюзать мгновенно. Плюс одна сила. Давайте вот сюда. Хотя давайте на себя. А мы не можем? А, только союзнику. Окей, тогда вот сюда. И все, плюс единица силы. Вау. Вот это 3 грамма или что? Я не шарю просто за то, что это такое. Это из реальности штуки. Но слушай, у них стагер слетает довольно весело. Я, кстати, не посмотрел, к чему у них слабость. Ну или что-то вроде того. Хорош. Ты посмотри, что он делает, дед.
Nice. Ну, как-то... Не знаю. Давайте... У кого-нибудь там защита есть? Допустим, вот сюда. Так, что это такое? Гион дает единицу силы, наносит на 2 дамага и стагер дамага больше в эту сцену. Гам восстанавливает единицу света. Блин, слушай, это интересно. Ри дровает страницу. Ха. Любопытно. Ну, действительно, очень любопытно. Но я пока не понимаю, насколько они сильны, если честно. Дает протекшн. У нас скорость какая-то низкая, меня это прям бесит. 2 шестерки, и все, они небесным копьем бьют. Который, ну, нереально перекинуть вообще. Блин, это шутишь? Хм. Блин, это тупо. Не забрать их атаки никак. Практически никак. А? Тут у нас плюс к слэшам. Не, давай застагерим кого-нибудь из них и попытаемся убить. Ага, у них слэши нормально входят, так что ништяк. Как раз. Тогда вот попробовать как раз. Раз уж я больше ничего в этот ход не делаю. Сейчас затаргетим одного чувака и попытаемся его вынести. Не, ну у них стагер слетает нормально. У нас тоже, правда, слетает нормально, но это такое... У нас как-то постабильнее обстановка. Правда, там будет еще кто-то после вот этих вот ребят. Так что не сказать, что они прям супер изи. Так уж. Вау, 8-ку сейчас бы выкинуть. Блин, они выкидывают максимальные дайсы. Такое чувство, будто бы им игра подкручивает. Я это еще в конце игры заметил, что он вроде бы рандом рандомом, но почему-то у нас маленькие дайсы зачастую. А у них даже без усилений из верхней границы очень часто. Это прям супер подбешивает. Подожди, а где мой меч Валишина? Что-то я его как-то не особо заметил. А вот, божественные импакты пошли. От каждого почти чувака. Ну такое. Но опять, этот этаж, он такой тестовый, так что... Даем протекшн и стагер протекшн. Вот сюда. Очень скоро сможем дистортнуться. Но это нужен еще один свет. Еще одно повышение. Блин, я даже не знаю. Давайте вот так. Нам бы дальнюю атаку какую-нибудь. Любую. Еще анлок сделать было бы очень неплохо, да? Блин, и все же эти атаки идут сюда, и мы их не перебрасываем. Как-то это прям... стрёмно. Слишком много атак. Слишком много всякой дикой фигни. Один дайс, он же вроде перекидывает, да? Он же вроде так работает. Если я правильно все помню. Блин, вот эти вот божественные удары тут, они меня пугают. Это прям ужасно. Я сильно-то ничего с ними сделать не могу. И это еще страшнее. Поехали, чем. Живем. А, нет, так не работает, как я думал. Все. Да, блин, ну камон. Да камон, игра, ты шутишь? Один стагер. Это что, минус ванила? Один стагер, ну камон. Я вижу, ну, уязвимость в вашей обороне, поэтому и бью туда. Ну вот эти вот штуки на 5 дайсов, это, конечно, сильно.
Можно убить его, пожалуйста? У него один стагер, блин! Один стагер был! И наши чуваки не справились, это так тупо! Вау! В предносторонних атаках больше. В клэшах меньше урона, но блоки лучше. Кстати. Не, наши чуваки как-то вообще хреново справляются в этой ситуации. Сразу вот это вот еще. Если кто-то стагерится, все союзники получают силу, кстати. Хорошая вещь. Потенциально. Ну блин, ну камон! У них так мало стагера. И они продолжают вот это вот делать. Я чувствую, мы могли справиться получше. Восстановить единицу света, сейчас вы познаете боль. Получить единицу силы. Сейчас как жмякну. И все. Да я их застагерить должен в любом случае. Вот немножко не хватило времени мне на эту всю историю. Давайте Фурусию. Хотя Костигейшн можно и застагерить его в любом случае. Нет, ну вот как бы и все. Они сейчас развалятся все. Но если не все, то большинство из них. Вот реально чуть-чуть не хватило. А мы можем один этаж использовать или сколько? Если один, то это не так-то уж и просто, как казалось бы. Изначально, да? Ну ладно, сейчас. Чпоньк. На. Ты стагер не получил? Да какого черта, а? Минус, челик. Я знал, что мы недостаточно сильны, чтобы сюда идти. Остальные такие, нормально, мне нормально. Все нормально. Что-то как-то они мало урона впитывают. А. Урон не смертельный, ага. Смотри, мы по-моему, всех застагерили и почти убили. Вот и все. И получили силу от того, что застагерили чуваков. Вот как бы и все. Вот они и развалились. Мы стагер, конечно, восстановим ко второму акту, где будут именные чуваки. Я по-любому уверен, там будет Мирина, Гарольд и, скорее всего, еще вот таких куча. Так что мы не знаю, даже справимся или нет. Сейчас увидим. И анлоки все сбросятся, такое себе. Реально не хватает какой-нибудь рейнджи. Чего-то типа того. Я думаю, этого хватит вполне себе. Нужно бочину еще ударить. Блин, какая музыка крутая. Вот и стагер. Вот и смерть. Вот и смерть второго. Они не такие сильные, вот реально, как Сяо там или другие чуваки. Вот мы с ними и разобрались. Типа. Вроде того. Да, прям как я и думал. Эти абсолютно такие же. Гарольд жесткий или жесткая. Дополнительная скорость, дополнительные 3 граммы, жесткие статы. Все для Ханы. Типа, ну, Хана если один, типа, все для одного. И да, мы реально можем один этаж всего юзать. Если персонаж получал дамаг от атак в предыдущую сцену, меняет резисты к этому типу урона на эндюр. Ах ты сволочь. Тоже марш, тоже брейсап, та же вот эта вот фигня. Та же вот эта вот штука. Формация истинных 3 грамм получает дополнительные эффекты в зависимости от 3 грамм в эту сцену. Ага. И Мирина, которая примерно такая же по жести. Хана для всех, типа один за всех и все за одного, да? Получая силу Endurance Protection или Stagger Protection через боевые страницы, дает те же эффекты союзникам. Ага. И бонусы у нее такие же абсолютно, ну, картонки. Ну,
я не уверен. Либо нам просто не повезло, либо это аж реально не вытягивает ситуация. Либо нужно немножко изменить подход. Ну, либо мы сейчас их размажим просто из-за того, что мы прокачаны, а они нет. Сделаем все как обычно. Директор Мирина, где нам начать? Не волнуйтесь, мэм. Закончим эту работу и вытащим вас отсюда живой. Мирина, сфокусируйтесь. Мы еще не знаем, на что они способны. И Гарольд, не должно быть слишком как-то по-другому, как с другими звездами, типа, да? Они пока что не прокачаны. Может быть, мы просто их запушим сейчас. Кто знает. Правда, ну не знаю. То есть пока они ничего не могут сделать... Ага, вот она, формация истинных триграмм сразу. Они же бустают себя. И нам снова нужно... Unlock сделать, что... Ну, не очень просто. Хотя... И мы еще не повысились на максималочке, так что... Что-то у нас еще есть, какой-то такой шанс, возможность, я не знаю. Капец, вот вроде бы... Тут почему-то не хватает... А, третья... Третья эмоция всего лишь... Так. Дополнительную силу, дополнительный свет... А он восстановит свет мгновенно, так что давайте вот сюда. Хотя можно было и сюда, но не суть. Давайте метку повесим. Тут вот так. Тут можно еще повыситься неплохо. Допустим, вот так. Вот эта вот штука меня напрягает. Вот эта вот формация, но Боксия, она может попытаться справиться, но такое. Здесь все, здесь слабенькая атака, пофиг. Здесь, ну, такая. Так, надо выносить кого-нибудь, я даже не знаю, сразу сильных или слабых. Хотя они будут резисты получать, так что давайте шелуху сначала вынесем. Ну а там как пойдет. Главное вносить урон. Иначе будет, ну, такое. Да, вот реально, главное убить вот этих мелких чуваков, ну а там как пойдет. Хотя, с другой стороны, крупные чуваки раскачаются, тоже будет, ну, не алё. Бам! Они как будто бы лочат какие-то из наших атак. Смотри, там какая-то перчатка. Типа. Мульти-слэш довольно мощный. И вейпор. О, отбили. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо живем. Да, нам бы эго бы сюда, конечно, не помешали. Ностальгический звук. Все союзники наносят больше 100 гердамага. Мученик наносит 100 гер урон. Но больше... Ну такое. Ну такое. Давай, больше 100 гер урона вносить, это неплохо. Правда, будут минус уши. Ребят, я забыл предупредить. Давайте я потише сделаю. Минус уши. Пец. А, смотри, можно залочить дайсы, кстати, цели. Дровнуть светом. А, нет, все-таки не мгновенная штука. Жалко, очень жалко. Так. О. Залочить дайсы Мирины, ну я не знаю. Нам нужно вынести вот этих вот чуваков. И санлочиться тоже было бы неплохо. Как можно быстрее. Блин, офигеть, какой неприятный звук все-таки. Ностальгичный, конечно, но... Супер неприятный звук. Так, тут все забрали, тут... Ой, я не знаю, семерочка типа...
Блин, а это семер... Блин! Давай вот так. Тут просто хпшек маловато, и меня это напрягает, если честно. Ага, света не хватает. Блин, мы можем помереть вполне себе. Шанс довольно велик. Чисто из-за лоу хп. Так, окей. Трешка тут. Семерка тут. Окей. У Адама так-то пятый левел, уже нужно осторожно со светом. Блин, ну а что нам еще делать? Стой. Это я зря, конечно. Что нам еще делать? Тут ситуация такая сомнительная. Все. На все деньги гуляем. Девяточку выкинул, да разумеется. Блин, можно вот реально как-то не стагериться теперь очень плохо. Вот вроде бы там нормально стагеры приходят, но блин. Хорош. Ай-яй-яй-яй-яй. Лок. Блин, можно его застагерить? Вот пожалуйста. Спасибо. И убить надо, да? Один! Стагер, окей, хорош. Мы снова типа лучше, потому что два застагерены у них. Да, вот только вот она... Божественный импакт пошел дважды. 4-3 грамма, эти двое мертвы сразу. О, у нас дисторнутый блейд, хорошо. Одна сила. Давай вот сюда. Так, эти, скорее всего, от меча этого дисторнутого умрут 100 пудов. Блин, вот тут, конечно... Ну ладно, там заберется, да, из пофиг. Может быть, она и не перекинет, кто знает. Блин, ну вот эту божественную фигню я не уверен, что мы переживем. Но их мало, значит и атак у них меньше, так что да. Я не знаю на самом деле, как справимся или нет. Давайте вот... Блин, я не знаю. Типа с одной-то стороны хочется добить, если не добьется вот это вот шелухан. Давайте, так, на всякий случай. Вот этого застагерить и убить тоже. Может быть, вот реально он застагерится сейчас с этой атаки. Кто, ну, кто знает, да? Это будет слэш, так что урон по нему пройдет нормальный. Правда, у него защита там повышенная, блин. Инвестигейшн. Какую-нибудь мощную атаку бы забрать. А мы не можем. Так, на всякий случай, вот так сделаем. Блин, очень страшно. О, нифига, у нас там нулевок. Надо убить кого-нибудь из них. Капец, как я живу? Все еще. Блин, вот эта вот штука меня напрягает. Ну, а все остальное мы вроде как отразили. Все наши пятого уровня, такое. 23. Мирина перекинула, к сожалению. Все, минус один и анлок, кстати. Минус второй. А, не минус, нифига себе. Не минус. Вау. Это внезапно. Коррозия работает, это приятно. Правда, нас могут застагерить. Но каким-то чудом нет, пока что. А-а-а, минус наш, чувак. Стагер.
капец. И еще там кто-то умер из них. Снова ностальгический звук, блин. Ладно, вот этот мертв в любом случае. Эти ребята, ну я хз. 3 граммы, а тут нормально вроде. Блин, просто на ниточке живем. На какой-то, на... я не знаю. Но Air Education, да, Air Education, можно эти 27 хп снести, я думаю, в любом случае. Потому что тут фатал и двойной урон идет. Ух. Блин. Нет, подожди, я хочу больше урона вот сюда внести. Тут нас убьют, скорее всего. Но если нет, вдруг, то я внесу дополнительные атаки. Сюда нужно Гарольда вынести. Есть на защиту больше страниц дровность. На свет есть. Жалко, на себя нельзя скастовать. Ну, допустим. Блин, страшно. Тут защита. Ну мы же должны его убить, правильно? Ну вот я не знаю, я не уверен теперь в себе. Сейчас увидим. 9 он стоит теперь, лоу. А, типа максимум света. Вот, наверное, что имели в виду, типа не юзай, что на максимум света стоит. В любом случае, так что это одноразовая такая штука, типа. Well. Давай вот сюда. Блин, она перекинула, этот нет. Я убил? Да, я вынес мелкого, окей. Нас недостаточно. Все, стагер. Она перекинула. Найс. Минус Соломон. Блин, как страшно-то, ё-моё. Мирина одна осталась, да? Но она юзает не очень жесткие картонки. Ее застагерит, и все будет хорошо. Этот мертвый 30, ну типа 30-ка, камон. А у нас света нет. Блин. Если я сейчас проиграю, ну я не знаю, может мне просто не повезло. Но вы в любом случае увидите победный этот самый. То есть я не буду тянуть с этим. Блин, какая обидная фигня, ты прикинь. Тю. 30. Ну типа... там еще горение будет. Чуть-чуть. Ну должны 30-то снести, правда? Должны же. И тут света не хватает. Ни на что. Стагер. Да, Хокми сейчас пропишут. Люли. Да, минус, ё-моё, с одной атаки-то можно было. Минус Блокман. И стагер нас, да ё-моё, ну что ж такое? Ты прикинь! Ты прикинь! Не, я вижу, что это проще чуваков из конца звезды, но... ты прикинь, блин! Реально не хватило фигни. Я еще раз на этом этаже попробую, вот серьезно. Но... а, мы, кстати, книжек получили. Давайте их сожжем сразу, раз такое дело. О! Во, смотри, повышения открылись, действительно, через Хану. На 5-ки. Слушай, так ведь нам нужно, там же аномалии какие-то будут, не? Блин, слушай, может сегодня это все-таки сделать? Типа, одну аномалию здесь, потом, допустим, второй эпизод Ханы и вторую аномалию на следующий раз отодвинуть и все, не? Книжки Харальда. И миллион книжек Ханы. Ну-ка.
Ну вот, смотри, все выпало сразу. Не, ну слушай, тут, конечно, картонки жесткие. Через эти 3 грамма, смотри, последствия. Уполовинивает все, ну, дебафы на нас. Это новое что-то, этого не было. Но тут просто огромное количество крутых картонок. Ну, таких, как пойдет. Я это, понятное дело, не прям сейчас буду куда-то впихивать. Давайте их все остальные сожжу. А потом, да, до продолжения, но... Жечь нужно. Там, понятное дело, истории у этих ребят будут, ну, разумеется, да? Вот здесь. Ну, которая довольно продолжительная. На самом-то деле. То есть тут их будет 3 штуки, ладно. Давайте перенесемся на... победную схватку, что ли? Окей, я не уверен, будет ли это победная или нет. Как-то этажом Хокмы оказалось не так-то уж и просто, и Хокмы что-то отъехал. И наши ребята близки, но не так близки, как в предыдущий раз. Ближе их застагерить будет, тем более, что они не кастуют всякую имбу в этот раз. То есть, допустим, истинные 3 граммы, они вообще отсутствовали. Да, то есть это любопытно, действительно, тем более, что мы еще санлоучили. Это будет вообще идеально сейчас. Вау, Эрдикейшн залетит вообще как миленький сюда. А сюда Кастигейшн, чувствую стагер. Стагер чувствую я. Да, в этот раз действительно как-то, ну, поадекватней. Стычка. Вот реально, теологическая битва у нас происходит. Вот, не дать не взять. Все, давайте вот так вот сделаем, ну, чтобы добить. Хотя, камон, нафига? Эрадикейшн сейчас залетит и эрадикейтнет всех. Так что пусть это в Мерину идет. Я думаю, тут мы справимся. Тут надо еще сапгрейдиться, но это опять-таки не проблема. Да, давайте вот так и эту штуку вот сюда. Да, слишком, в общем, много всякой фигни от них летит. Это прям супер бесит. А так... чуваки не такие уж и жесткие. Да, сказал я. Не, на самом деле со второго раза. Да? Опять я говорю губдом, но тем не менее. Я там, кстати, да, поставил картонок немножко от Ханы, которые, очевидно, лучше наших, так что имеем, что имеем. И делаем вот такой блюп. Минус один челик 100 пудов, и Мерина застагерилась. Все. Ну а тут нет, слушай. Надо с Мериной разобраться. А, ну, короче, они мертвы, грубо говоря, уже. Тут анлоки идут. Кто бы мог подумать, да, что прескрипты окажутся лучше Ханы. Все, минус Мерина. Да, это мое было желание получить что-то без такого риска, как мне казалось, да? И теперь ты платишь, да, за свои... за свою, ну, не легкомысленность. Она же говорила, что я без легкомысленности к вам прихожу. Но за свою, как бы это сказать, заносчивость, типа. Так что теперь я просто нажимаю П. И все. Чпуньк! Никопикейшн обезглавили. И все. Звезда уже слишком жесткой стала. Прям чересчур. Смотри, у них символ такой, типа единица, вот эта вот Хана. И вот эти 4-3 граммы по краям. Напишите, пожалуйста, что это такое. Типа, это какая-то корейская фишка? Или что? То есть, про какие-то корейские приколы я знаю очень мало. Китайские, японские, более или менее корейские вообще нифига. Но, тем не менее, у них будут истории, и давайте их почекаем. У каждой ассоциации есть свое кредо и особенности, отражающие ее атмосферу и основные принципы. Кто-то предпочитает чистую страсть, в то время как другие – тишину и хладнокровие. Хана не исключение, пусть даже наши принципы покажутся чужаку немного дикими. Так или иначе, они отражают наши принципы и основы поведения наших людей. Мы обязаны сохранять концентрацию и рациональность в любой ситуации, внимательны к противнику и способны выявлять любые его изъяны, а также осторожны, чтобы не показать свои.
Так как наша работа вести за собой других, а также полагаться на них, мы должны взращивать в себе лидерские качества, а также личную исключительность. Кроме того, мы должны уметь принимать мысли и идеи других без предубеждения, с открытым разумом. Мы должны уметь выслушивать критику окружающих и трезво оценивать ее, становясь лучшими версиями себя. Изменения необходимы и не следует быть упрямыми. Но идти на поводу у других, нарушая свое мировоззрение и идеологию, тоже не стоит. И, наконец, мы не должны чрезмерно предаваться искушениям и, превыше всего, идти на предательство. Как фундамент является самой важной частью любого здания, эти принципы служат базисом для Ханы, которая, в свою очередь, должна быть идеальным примером для любого корректировщика, офиса или ассоциации, которые находятся у нас в подчинении. Некоторые спрашивают, чем же звезды города, самый высокий ранг городских угроз, отличается от нечистот. Они говорят, разве они точно так же не нарушают порядок в городе? Если вам интересно мое мнение, то мне кажется, что город, освещенный правильными звездами, это тот порядок, который устраивает главу. Если представить город как вселенную, то каждый человек в ней, что крапинки межзвездной материи, составляющие кластеры мечт и мыслей, что тяготеют к более крупным космическим телам, на вроде планет или звезд. Движимые силой, которую люди черпают из усилий к достижению этих тел, их туманности многократно расширяются и сжимаются, пока, наконец, они не достигают своих мечт, создавая звезды, которые мы можем наблюдать на ночном небе этого города. Люди видят блеск этих звезд и восхищаются тем, как ярко они сияют в темноте, и тешат себя надеждой, что однажды они тоже будут сиять так же ярко, затмевая все вокруг себя. И так создаются все новые центры галактик. Конечно, многие люди прикованы взглядом к Земле, слишком занятые своей жизнью, чтобы смотреть хоть на что-то, кроме, как они думают, единственного пути, по которому они идут. Они, вероятно, и не пытаются стать звездами, они просто хотят хоть немного блеснуть своими желаниями и мыслями для самих себя, а не поддаваться чувству превосходства, которое может возникнуть от слишком большого возвышения над остальными. Такова городская жизнь и мой взгляд на нее. Думаю, вы понимаете, что может означать для города появление на его небе неправильных звезд, по мнению главы. В городе существует 12 ассоциаций корректировщиков, и Хана среди них является главенствующей. Мы оцениваем и назначаем уровень угрозы всему, что происходит в городе, присваиваем ранги корректировщикам и офисам. Вдобавок ко всему, именно мы выдаем лицензии корректировщика, являемся конечной инстанцией для заверения важных документов и присваиваем цвета тем, кто доказал свою исключительность. Коротко говоря, мы занимаемся всем, что касается активности любых корректировщиков. Однако существует все же одна важная вещь, за которую Хана не отвечает. Как вы знаете, существуют следующие ранги опасности и интереса чего бы то ни было для города. Городской миф, легенда, чума, кошмар и звезда города. Большинство ассоциаций занимается делами уровня звезд или ниже. Почти все. За исключением, как вы, наверное, уже догадались, Ханы. Однако, присвоить высший ранг, городскую нечистоту, наша ассоциация не вправе. Это может сделать только глава.
Честно признаться, я точно не знаю условий для выделения нечистот из прочих звезд. Все, что я знаю, так это то, что так клеймят тех, кто не угоден этому городу. Тогда их либо уничтожают, либо изгоняют на окраины. Я полагаю, что эта сторона городской жизни полностью находится в руках главы по той причине, что нам недостает квалификации судить о таких вещах, как этика и философия этого города. Ну и книжек мы выручили еще больше, чем было, да, в предыдущий раз. Посмотрим, Смириный вообще сможем выбить легендарку, очевидно, или придется фармить. Фарм на самом деле сделан так. Почему-то, когда книжки мы уже получили и прошли приглашение, мы не можем перепроходить его столько раз, сколько угодно. Нет, нужно фармить книжки до. А если книжек до нет, надо еще до фармить, прям бесит. Но мы прошли, и это самое главное. Ага. Я уж думал, что увижу его лично, но мои ожидания — это мои проблемы, видать, да? Он тоже шарит за Оливьера, но очевидно, это его старый друг, блин. И он скоро будет здесь, скорее всего. Среди них был кто-то, кого ты знаешь, или что? Просто думал, что мог столкнуться с одним старым другом. И на самом деле здорово, что не столкнулся, да. Это было бы неловко, мягко говоря, да. Но похоже, ситуация еще хуже, чем я себе представлял. То есть даже ассоциация Хана на полном серьезе сюда приходит. Ну, а не так, как бы между делом. То есть да, реально крупняк начался. Может быть, просто город разваливается? Слушай, это слишком, как бы это сказать, легкомысленное предположение. Город стоял дофига лет, чего бы ему вдруг развалиться? Не думаю, что насчет этого стоит беспокоиться. Город переживет как-нибудь, да, действительно. Пока голова как минимум стоит, природа города не изменится. Впрочем, как я и говорил, глава — это чересчур имбовый персонаж, по сравнению с ним, ну, с которым даже имбы этого мира — это простые чуваки. То есть, вдумайтесь. А что такое глава тогда? Да, раз ты так говоришь. Никто не знает. Величайшая тайна города, небось. Да, никто не знает точно, там секретов выше крыши. Ага. Корпорация A, крыло, которое непосредственно главой управляется, занимается выдачей патентов, наоборот, это вето накладывать и авторизация крыльев, да. То есть на поверхности это так, типа раздает патенты, наоборот, вето. Минтинг, я просто знаю, что минт — это мята, я не совсем понимаю, что это значит, я напишу. То есть на самом деле это крупная организация, типа Хана на максималках. Ага. Но по факту контролирует абсолютно все важные факторы, благодаря которым город жив. Только вдумайтесь, только корпорация А. А там и B, и C еще под главой. Ага. А еще они ищут всех, кто замышляет что-то против города и выдергивают их с корнем. А это типа арбитры или что? Ну типа А, арбитр, не? Ну типа C, Клоу, ну коготь, не? Это же все их ребята. Тогда B — это что, я не совсем понимаю, ну... Мы не сталкивались ни с кем оттуда, вроде бы. Но это ж получается, что глава — это один из крыльев, ну, как минимум, по факту, да, получается? Всего лишь крыло? Глава, око и коготь непосредственно управляют корпорациями A, B, C. А, так это три могучих чувака? Всемогущие, да, но это же отсылки на птицу апокалипсиса и темный лес. На самом деле, очень давно об этом говорили. Глава, око и коготь. Ха.
조율자와 발톱으로? Это типа арбитры и когти, да? Она такая, я шарю немножко за это все. 그런 건 또 알고 있네. А, откуда ты это знаешь вообще? Ну, Бина типа... 붉은 안개가 있었던 연구시설이 ага. 머리에 의해 무너졌거든. Исследовательская вот эта станция, частью которой была красный туман, пала как раз таки из-за главы. В смысле ты не знаешь этого? Как ты можешь этого не знать? В такой далекой части истории уже. Камон, Роланд, ты чё? Калинин. И чтобы защитить своих коллег, Калли убила арбитра и когтей... и пала от ранений, нанесенных. Он, наверное, сейчас еще офигеет, типа, Калли арбитра убила. Да еще и когтей нескольких, вообще, ты чего? Я лишь могу предположить, что она билась в своем полном потенциале, чтобы до последней капли своей крови защитить тех, кто стоял за ней. Так что, я думаю... Такой подвиг повторить не удастся, да? 어떤 느낌인지 알겠네. Или что имелось в виду? Я на самом деле предположить могу, как это выглядело, да? Да? 뭐 아무튼 머리에서 도시의 불순물이라고. Ну, в общем, я отвлекся. 응시자. Когда глава определяет, ну, что что-то является нечистотой этого города, что это нечисто, да, он отправляет арбитров, типа надзирателей и когтей, чтобы уничтожить это. Ну, типа, бихолдеры — это те, которые наблюдают, наблюдатели, надзиратели. Арбитры, наблюдатели и когти. Ха, те, кто решают, те, кто наблюдают, а те, кто вырывают с корнем. Это страшно. Значит, их исследование тоже было признано нечистотой этого города. Говорит про Кармена, Айана, Бенджамина. Но на самом деле что-то не сходится в этой истории. Я уже слышал эту историю от Хоат и задал ей тот же самый вопрос. Да, типа, это было за пределами города, чисто технически. Главе должно быть абсолютно наплевать на это. Потому что то, что не часть города, пофиг. Окраины, типа, окраины, руины, это вообще наплевать. Или все-таки глава опасался этой всей истории. Действительно. Иначе бы ему действительно было бы все равно. Да, типа арбитр нанес визит маленькой лаборатории на окраинах, даже не внутри города. Я вообще вот этого не понимаю, типа, ну быть такого не может. Это на самом деле очень интересно. Возможно, как другие библиотекари тебе уже и говорили. А, типа, наверное, другие библиотекари тебе тоже часть из этого рассказывали. Она правду говорит на самом деле. Я тоже не понимаю этой причины, однако. Ага. 머리가 지금은 잠잠하다는 건 도시의 상황이 괜찮다고 판단해서. А сейчас, типа, глава остается в тени, потому что он находит текущую обстановку в городе приемлемой или чё? Да, вот тоже. Непонятно. Глава, просто пути главы неисповедимы, блин. Я не знаю. Не то чтобы я хотел, чтобы к нам посетитель от главы пришел, иначе тут камня на камне бы не осталось. Эти не Хану принимать, да, и даже не Аргалию. Глава придет в библиотеку. Интересно, как все обернется? Плохо, очень плохо, я чувствую. Да, знаешь, если ты действительно хочешь так долго прожить, ты не будешь притягивать к себе такое внимание, уж поверь. Ага, и на этом мы тут закончили. И там реально второй эпизод, состоящий книги Гарольда и Мерины, требуется. И просто один акт, это босс какой-то будет или что? Ну блин, ну тут же можно повысить. Давайте я посмотрю, сколько у нас примерно серия заняла. И так-то у нас должно быть повышение Бины на пятерочку. Там же потом еще реализация будет. Смотрите, просто книга Сяо, книга Ханы, замах социологии, замах скейтера на пятерочку. Там же птицы были, да? Как раз-таки три птицы, олицетворяющие ABC.
Забавно, что ABC это в английском языке типа первоосновы, базы и все такое прочее, как в алфавите. Ну-ка, какая там аномалия, интересно? Ну, потому что какая еще птица может быть? Феникс? Ну, типа, жар-птица? Там нету птиц? Или новая какая-то птица? Там же должно, там вот два слота же еще. Ну-ка. Что? В смысле последний эпизод? В смысле реализация? Так ведь два слота, так ведь четвертый уровень! Или не говори мне, что они не смогли нормально доделать последние этажи, и там всего лишь 5 уровней. Так две же аномалии, вот же две! И тут то же самое. Охренеть! Вот такого я вообще предположить не мог. Вот, наверное, что имели в виду люди, когда говорили, типа, ну, давай сразу всю, получается, Хану. Чтоб потом вполне себе нормально реализовать Ацелот. Потому что сайдстори нет, ничего другого нету все равно, да? Вот это прикол. Ну, ладно, дайте мне секунду, еще раз я посмотрю, сколько там записи примерно получилось. Ну и мы... Ну не знаю, посмотрим. Окей, ребят. Я посмотрел, и там на самом деле почти 2 часа серии у нас должна получиться. И знаете, я решил так, все-таки логически как-то разграничить хочется серии. И я все-таки вторую половинку этой серии залью в четверг, окей? То есть не на следующей неделе, а послезавтра от этого дня. Просто чтобы как-то... Ну, во-первых, чтобы мне не путаться, во-первых, в выборе превью, так как во втором эпизоде что-то должно быть другое, ему по жизни. Эпизоды эти в разных, ну, то есть, если разные эпизоды в одном приглашении, запихиваем в разные моменты. Плюс мне так будет проще монтировать, и, как я уже сказал, чисто логически, сюжетно будет какая-то интрига, потому что... Ну, скорее всего, с этим Оливьером, старым другом Роланда, и maybe со второй секции, я не знаю, она жива осталась, мы встретимся во втором эпизоде. Если он окажется маленьким, там, я не знаю, на полчаса, час, так тому и быть, потому что это технически не следующая серия, а просто часть этой серии. Так что я надеюсь, что вы поймете, простите. А тут мы все выбили, на самом деле почти все. Нам нужны книги Гарольда и Мерины. Одна всего выпала, лол. И мне по-любому ее нужно открыть. Так слушай, по-любому фарм получается. Тут мы все выбили. Получается, я все сжигаю и потом просто... Но опять-таки было бы очень здорово. Еее, кайф. Было бы очень здорово, если бы... Прошел, и вполне себе с этого момента можешь продолжать. Давайте сразу посмотрим, кстати, картонки. Во-первых, история, насколько она велика. Ну, вы ее уже слышали, но просто мне интересно. Ну, стандартные истории на самом деле не сильно здоровые. Ну, слушай, у нас сеты теперь могут быть интересны, как минимум на внешний вид. И нужно будет вот этот этаж немножко проапгрейдить, я чувствую. Потому что вот эта вот штука, она все-таки действительно странная. Палка о двух концах. Так, допустим. 4-3 граммы, хана для всех. А, ну тут ничего необычного нету. Черт. Тут ничего необычного. Да ё-моё, камон. И тут то же самое. Окей, ладно. Ну, я не знаю, эти картонки куда здесь сувать. На самом деле можно вместо прокси... Но они примерно такой же силы. То есть тут нет ничего прям такого запредельного. Так что, скорее всего, это засунуть может быть на кетер на какой-нибудь. Или на чего-нибудь еще. Ну, было бы неплохо, тем более, что здесь хановские страницы. Так что, я не знаю. Напишите, куда вы их обычно засовываете. Ну, мне просто интересно. Только ничего неприличного. Ну, а мы на этом закончим пока что до четверга. Если вам этот кусок серии понравился, разумеется, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, если еще не, пишите комментарии, как всегда будет приятно и полезно почитать. Залетайте на стримы или смотрите записи трансляции, вам интересно, наверное, да, и мне приятно.
На самом деле, знаете, я был в шоке от того, что пятых аномалий, ну, четвертых аномалий на Ацелоте нету, походу. Или там какие-то невероятно особые реализации на две аномалии сразу. Ну, типа, тут же 20 это картонок еще, а реализация одна. Но это будет в любом случае после Ханы, да, после всей... Я не знаю, напишите, стоит ли сразу обе реализации одна за другой закинуть. Но реализация Бины точно будет после вот этого всего дела. Насчет Хок мы не знаем, может быть. Я просто не знаю, насколько и вообще, ну, большая, и насколько... Ну, насколько далеко тут идти, да, еще. И можно ли повременить, скажем, сделать перерыв с одним следующим приглашением и только вот после него замаксить Хокму, допустим. Но, понятное дело, без спойлеров. Такие дела. Все необходимые ссылочки на группу ВКонтакте, на Twitch, на Discord, на поддержку на Boosty, если хотите, чтобы серии выходили чаще и больше, это все можно сделать в описании под видео, в шапке канала или в описании канала. Ну а мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро. Надеюсь, что у вас все хорошо, всем удачи и всем пока.